то, что сегодня люди вопросы задают, платные парковки обсуждается вопрос сейчас, их тоже надо эти вопросы все держать на контроле, совместно с наукой, со специалистами, прежде всего с жителями. Любое решение, которое вводится в городе, в целом, на территории области, они требуют обсуждения, они требуют экспертного заключения. За, против, за, против. Просто так вот подходить, будем говорить, односторонне, это, конечно, вызывает раздражение у жителей. Поэтому я убедительно просил бы, чтобы вы эти вопросы держали на контроле. Хорошо.